Футболка с оригинальным принтом. Создать ее можно было на встрече с художниками Артемом Ватолиным и Натальей Соколовой. Ребята научили химчан искусству росписи одежды. Что рисовать, выбирали сами участники. От мастеров наставление, как лучше работать кистью. Мы работаем без воды. У нас есть специально сухие, влажные салфетки. Если вы хотите поменять красочку, мы берем кисточку и вытираем до тех пор, пока кисточка не будет уже белой, светлой и другим цветом рисуем. Вот так. Потому что если вода, то у вас будет размывчатый контур. Животные, лица в профиль и в анфас, или же причудливые формы. Абсолютно белые футболки уже украшают рисунки. После их необходимо высушить феном, а дальше носите на здоровье. Какие еще интересные встречи пройдут в ближайшее время, можно узнать на страницах газеты «Химкинские новости» или же на специальном сайте администрации.